and he keeps them pearly white. Эту песню Эмма готовит на международный джазовый фестиваль. Раньше в Америке играла только классику, а здесь попробовала себя вокалисткой и говорит, что готова даже соперничать с профессионалами. Собрались и посмотрели, что здесь очень много талантливых персонажей, хорошее поле деятельности для музыкальной подготовки. Начали готовиться, и накопилось достаточно номеров, чтобы сделать фестиваль. В другом кабинете идут репетиции группы Soundwave. Серьезную ставку здесь делают на Михаила Зеленского. В свои годы он уже получил в Питере лауреата второй степени в конкурсе барабанщиков. Самой любимой нет. Я могу сказать только классическую самую любимую. Какую? Кармен. Пилотный проект детского джазового фестиваля в Международной лингвистической школе в прошлом году прошел при полном аншлаге, несмотря на то, что свое музыкальное мастерство показывали только ученики лингвистической школы. Тогда учителя и родители сказали, Приморью нужен детский джаз, и нашли того, кто идею поддержал. В этом году мы все-таки дерзнули и пригласили действительно профессионалов, участников, учащихся музыкальных школ, учащихся музыкальных колледжей. И плюс, конечно же, представителей Китая и Южной Кореи. До главного события остались считанные дни. 20 апреля будет дан старт джазовому фестивалю Pacific Fusion. Пройдет он в концертном зале Международной лингвистической школы. Екатерина Чернокова, Елена Штейникова, Максим Евсеев. Панорама.